Захват заложников Северной Осетии в городе Беслан в 30 километрах от Владикавказа сегодня утром группа вооруженных людей ворвалась во двор городской школы номер 1. В это время там заканчивалась торжественная линейка. Угрожая оружием, террористы загнали учеников. Лубянка была черной от горя и слез. У гробов погибших лежали тысячи роз. Тысячи людей увидели, как плакали мужчины. Все от мала до велика свои головы склонили, хоронили боевых друзей, те, кто прикрывали своими телами детей. Спецназ действовал не по инструкции, а по-мужски, где погибали лучшие из лучших. Годы этих ребят едва достигли 30, в самом рассвете лет и сил погибли они. Почетный караул, оружейный салют и поминальные 100 грамм о них напомнят нам. Биографии при жизни строго засекречены, и только на могилах имена помечены. Всем посмертные ордена, всем посмертно звания. Зная их поименно, береги воспоминания. Не бросайте в них камни, они камней не боялись, как и пуль, перед которыми не сдались. Не оскорбим павших и не обидим живых. 10 человек, запомни имена их. Не бросайте в них камни, они камней не боялись, как и пуль, перед которыми не сдались. Не оскорбим павших и не обидим живых. 10 человек, запомни имена их. Михаил Кузнецов, боевой офицер, 2 метра роста, гроза бандитов, очень смелый. Эвакуировал 20 раненых заложников, получил пулю в спину, прикрывая школьников. Из последних сил бежал к безопасному месту, вынося девочку, он умер с честью. Вячеслав Маляров, про него говорили, спецназовец от Бога, где ж его ангелы были, прикрывая собой направление обстрела, получил ранение, но продолжал свое дело. Александр Перов был начальник группы, прикрывать детей он не бросал ни на минуту. Упредил взрыв, накрыл собой троих и продолжал руководить, пока пульс не стих. Олег Лоськов, один из молодых бойцов, там день рождения, свадьба и сентябрь вечных снов. Олег стал на пути у бандитского прохода, получив смертельное ранение в 23 года. Олег Ильин, боевой специалист, он знал не понаслышке, что такое терроризм. Один из первых начал штурмовать здание, ему не раз приходилось это делать ранее. Дима Разумовский еще при жизни считался легендой среди всего спецназа. Первая его передовая афгано-таджикская, погранотряд, там и пуля бандитская. Выявил огневую точку, отвлекал внимание, первым ворвался в роковое здание. Завязался бой, который был подавлен, но Дима навсегда теперь легендою оставлен. Андрей Вилько в составе группы штурмовой обеспечил действие своей передовой, прикрывал заложников и боевых товарищей, но пуля дура стала вмиг уничтожающей. Рома Катасонов, проникая в школу, обнаружил детишек, они прижались к полу, спасая их и прикрывая остальных. Попал под пулемет, который очень быстро стих. Андрюша Туркин в последний бой шел горой, дал возможность укрыться группе штурмовой. А когда бандит бросил в людей гранату, Андрей накрыл ее собой, не дав погибнуть брату. Денис Пудовкин прикрывал собой детей, он слышал, как за школой плачут сотни матерей, и получил осколочное, но детей не оставил. Ставила, отступая, бандиты ему в спину стреляли. Не бросайте в них камни, они камней не боялись, как и пуль, перед которыми не сдались. Не оскорбим павших и не обидим живых. 10 человек, запомни имена их. Не бросайте в них камни, они камней не боялись, как и пуль, перед которыми не сдались. Не оскорбим павших и не обидим живых. 10 человек, запомни имена их.